Ну что, ребятишки, видели мы следы заячьи, мы прошли километра 4 приблизительно. Сейчас вот решили чайку бабахнуть чуть-чуть. Посидели, подумали, думаем, сейчас, наверное, зайдем на остров и похуярим по острову. Потому что заячьих следов вдоль берега очень много. Ну и может быть зайчика где какого дурного встретим. Хуй его знает, будет он там или нет. Вот. Ой, ладно. Ну, пойдем вот так. Да. Вот туда.